Жидкость, значит, заменил. Сегодня обул на литье, резину новую. Я, слава богу, 30 лет за рулем, так что я осторожный. Ни разу в ДТП не попал, не собираюсь. Зимняя резина установлена, аккумулятор проверен, плотно заряжен, чтобы не подвел. Ну, что еще? Нуротехнические выписки все поменены в автомобиле. Купил резину зимнюю. Осталось сейчас подогреватель поставить. Уже подготовили все. Масло поменяли, все знаем мы это. Мы не маленькие люди. Я не гонял по сумасшедшему, я нормально ездил. Спокойно, тихо. Масла, да, это еще в августе все выбирал.